Всем привет, с вами Dizet Gameplay. Мы начинаем наш первый запуск, и далеко уже не последний, потому что впереди еще в августе ждет F1 2016 и Madden NFL 2017. Потому что мы сегодня будем запускать впервые Madden NFL 16. Поскольку, почему я запускаю его впервые? Потому что я купил эту игру через PSN Store, так же как и Madden NFL 15. Потому что чем вообще отличить Madden NFL 16 от 15? Практически не меняется вообще ничего. И в плане геймплея, и в плане, грубо говоря, физики игры. А для начала мы, наверное, воспользуемся нашей короткой паузой. Мы воспользуемся короткой паузой, через несколько минут мы вернемся и расскажем про весь геймплей в целом Madden NFL 16. Итак, пауза немножко у нас прошла, потому что у нас вот эта установка игры у нас уже получилась. И я сейчас, наверное, включу себе немножко звука, чтобы вам было интересно слышать, как будет выглядеть игра. Давайте посмотрим сначала на дополнение, которое нам представляет, eSports. Ну, для начала мы запустим нашу игру. Причем это будет проходить в режиме Fast Motion, без микрофона. И давайте мы ее прямо сейчас запустим. Итак, у нас пока шла вот эта пауза в Fast Motion, обнова уже завершена. И мы готовы рассказать вам о функциях и фичах в Madden NFL 2016. Отличий между 15 и 16 Madden NFL вообще нет. Вообще, не изменилось вообще ничего. Вот именно с визуальной и с физической точки зрения. Потому что в этой игре все продумано до единого как бы донышка, пользуясь кулинарной терминологией наших сегодняшних записей. И сейчас мы вместе с вами попробуем. Сейчас мы вместе с вами попробуем начать игру. Вот вы видите музыку Madden NFL, и, наверное, вы увидите, как я буду угасать эту музыку, как-никак. Человек это Одел Бекхэм Джуниор, лицо обложки Madden NFL 16. Play Call Data Update сейчас загрузилась онлайн состав. И вот этот онлайн состав, который был на Супербоуле в этом году. Значит, сейчас Бен Ротлишбергер, Антонио Браун и Левион какой-то там из Питтсбурга. Аризона Плеймейкерс, вот Аризона Кардиналс. И вот видите подсказки, которые вам даются вот здесь в игре. Сейчас, наверное, нам надо смотрите, что там сейчас будет. Демо-матч или что-то такое.
Aggressive Catch нажимается кнопкой треугольник. 50-й Супербол, 7 февраля 2016 года. 50-й Супербол между Питтсбургом и Аризоной. В общем, это постановочный ролик, который предоставляет EA Sports с 50-го юбилейного Супербоула. Так, вроде как конфликт наступает в команде. Питтсбург, Аризона 6-0. Во второй четверти. Так вот. Лучше продолжим игру и посмотрим, что у нас там. Опа! Агрессив, 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 агрессив. Эх, не получилось у нас. Red Zone Report. 209 ярдов прошли мы. 68. Slant Route. Ах ты скотина. Вот, вот сейчас было неудачно. Вот этот драйв. Вот, кстати. Вот, кстати, по второй четверти сразу видно то, что команда начинает выигрывать. По всему. Счет 6-7. Один из тейк-эвэев был произведен у Кардиналс. 7-0. То есть 7-6. 7-13 в третьей четверти. Вообще как бы 4 в НФЛ, в американском футболе. Там совершенно другая ритмика игры. Совершенно другая ритмика игры, и по-любому от нее никуда. Так, нам сейчас нужно удерживать как. Так. Плейбол, плейбол! Отлично! Есть! Один отбор у нас. Это, короче, как история сотворила команду, а история сотворила так, опа! Вот, короче, как команда играет. Вот так должна играть команда, которая побеждает. Бен Ротлисбергер. Вот видите презентейшн вот этот вот. Не испеновский как бы, а собственный спортовский. Сейчас будет... Сейчас, наверное, будет... Давайте пас на угол. Агрессив!
Yes. Ну и сейчас 50-й Супербол нам нужно точно выиграть. Агрессив такл надо было взять. Вот это был сейчас повтор. Это был сейчас повтор на удачу. На кросс теперь можно. Теперь можно на кросс. Бен Ретлишбергер. Вот здесь падение как бы пасовать на маршрут. Так вот сейчас. Есть. Пора уже брать на тачдаун. Браун на подкрученный как бы. Опа, хорош. И тайм-аут у нас. У нас тайм-аут. Так, ну и сейчас пора уже начать без всякого тайм-аута игру. Тайм-аут. Вот посмотрите, 50-й юбилейный Супербоул можно выиграть, если вот с помощью вот этого специального как бы ролика и некоторых гейм-сцен, игровых сцен как бы, и надо указывать на любые моменты сейчас. Ну что ж, поехали. Нажать и удерживать L1, и нажать круг. Рак, 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 рак. Есть. Вот отлично. Сразу видно, что никогда не было юзер-триггеров вот этих вот. Никогда не было вот этих сюр-триггеров. Сейчас они были здесь. Ретлишбергер и Браун радуются вот этому событию. И вот тот самый конечный ролик, который показывает нам буквы, состоящие из буквы, логотип, который состоит из одной игры. Это Madden NFL 16. Наверное, вам, кстати, этот ролик уже понравился с игровыми сценами. Вот Madden NFL 16. И вот так, Patriots. Ну, я думаю, нужно выбрать тех, кто выиграли. Вот, Steelers, Питтсбург. Ну, короче, я буду играть на новичке, грубо говоря. И давайте посмотрим, что нового в этом геймплее. User trigger, и, в общем-то, все. Смотрите внимательно на вот эти вот, как бы, ювелирные проходы, вот. И посмотрите внимательно на user, на вот эти подсказки, которые будут вам давать. Буду вам давать сейчас в начале, в самом начале игры. То есть можно сделать такие невероятные приемы на мяче. Вот Madden NFL 16. Вот таков у нас ролик. Thank you.
Так, ну вроде мы поставили все. Вроде как бы мы все поставили. И в наших стримах по франшизе ваш сезон начинается здесь. В этом режиме мы попробуем сыграть за Питтсбург Стиллерс, за чемпионов Супербоула. За чемпионов Супербоула 51-го, хотя 50-го и 51-го Супербоула. А все это будет как бы начинаться едва ли не вечером. Почему? Потому что завтра вы увидите стрим по НХЛ, потом в пятницу у нас будет стрим по NBA Live, потом у нас будет стрим по Madden NFL, самый первый стрим по франшизе. И в воскресенье вы увидите стрим по FIFA, опять же продолжение карьеры за Челси и за сборную Швеции. С вами был сегодня Dizet Gameplay. Играйте в Madden NFL и любите американский футбол. Пока! Better, faster, stronger.